Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой. С фашистской силой темною, с проклятою ордой. 22 июня 1941 года Советский Союз потрясло известие о начале войны. Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами! В начале войны я был на лесоразработках. Мы заготавливали лес для танкового завода города Нижнего Тагила. Еще потом на фронте, я помню, значит, танкисты говорили, танками из Тагила будет Гитлеру могила. Вот там мы и узнали, что началась Великая Отечественная война. Начало войны мы находились, как сказать, на работе. Это же ведь днем получилось все. До нас дошло ведь не скоро. У нас никаких не было тогда ни телефонов, ни радио, ничего. Как мы это все узнали? Как такой испуг получился у всего у нас, у народа? Собрали у нас всех молодцов. И, сказать, и братьев, и сестров, и всех. И остались вот мы, старички и мы. Смотрим, что-то неспокойно. Женщина плачет. Мужчины все собираются около сельского совета, а там репродуктор висел. Вот показывайте, на черный, такой же репродуктор висел. И выступление. Вот я не помню, знаете, Молотов или Сталин. Выступает Сталин, все народ собирается, и он говорит, вот, немцы, он так вот, интонацию, без объявления войны напали на Советский Союз. Но наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Война началась тогда, когда мне было 17 лет, ну, все-таки, молодой человек, это за девочками я сам. Ну, в соседней деревне у нас хорошие девчата были. Они с ними познакомились, поскольку совхоз, где я работал уже, помогали нам сено убирать. Вот к ним мы и ездили. И было я там субботний день, работа кончается, мы аккуратно использовали свои возможности положения. Имел я хорошую лошадь, и с товарищем мы поехали в деревню. Оттуда возвращаемся, утром суматоха, а в деревне ничего не было, а совхоз все-таки наш был. Ну, так, ну, радио, телефон, все это хорошо известно. Сполошились, непонятно, что случилось. Расспрашивают, все плачут, все там копошатся. Ну что, а подъезжаем, спрашиваем, что случилось. Война началась. Как началась война? Первый день нас собрали в драмтеатр, и повестка пришла, чтобы взять ложку и кружку.
и явиться. Мы пришли, с одной стороны сидели все женщины, с другой мужчины. Ну, объявили, что началась война. Нас сразу... Тогда полуторки были, машины. На полуторки погрузили нас, и в открытые машины мы поехали. Нам не говорили, куда нас везут, чего нас везут. Мы приехали в Казань. В Казань приехали, там был медицинский институт, здание пятиэтажное. Поместили туда, нас выстроили, обмундировали, строго-настрого, чтобы нам никуда не выходить. Мы оборудовали здание. Это там все койки, кто приносил, кто что, не подготовлены были ведь. И первое, самое первое поступление было, это психбольные с передовой. Очень трудно было. С пятого этажа один сбросился, и решеток не было. Не приспособлен ничего. Вторжение фашистов было настолько внезапным, что в первые дни войны многие лишались рассудка. Летом 1941 года в Бугульму был эвакуирован госпиталь номер 2784. И Клавдию Александровну Галактионову перевели из Казани в родной город. Природа так устроена, что всякое существо на Земле, чтобы выжить, приспосабливается к любой среде обитания и условиям жизни. Так и для человека в годы войны многое из того, что раньше шокировало, вошло в привычку. Многочисленные смерти стали обычным делом и приводили даже к такому. У нас был тяжело больной, очень оплачка. Он больно это, относилась ко мне хорошо. И вот, когда я пошла, надо сейчас спать, он в это время умер. Они его принесли, положили рядом с этим, где-то на топчанчике я спала, положили. И, прямо это, молодежь ведь, Господи. И кричит, иди, тебя оплачка зовет, оплачка. Я как соскочила и упал на него. А он уж мертвый лежал. Им смех, все, потом... эти умирали, их в коридор ставили, а под утро отвозили в морг уже. Из госпиталя медперсонал практически не выходил. До осени 45-го он стал их домом. Поначалу медсестер там не кормили и даже спать не разрешали. Только потом, наравне со всеми, стали выдавать паек, а на отдых выделили 2 часа в сутки. Некоторые больные очень жалели. Они спрашивают, с кем живешь, как живешь. Я говорю, с мамой живу. Вот тогда ведь паёк давали нам, по 200 грамм хлеба, и не знаю, какие-то продукты еще давали. Это я делила все с матерью. Там старичок, доченька, возьми мою пайку. Я не могу сейчас кушать, но операцию сделаю, он после операции не может кушать. Я говорю, нет, мне не надо, я никогда не брала, ни за что. Если вы не можете, другой покушает. Как мы доставляли больных? Лошадей не было, машин не было. И вот с вокзала до первой школы, это далеко все-таки, на носилках приносили. Вот это раненый лежит, плачет, доченька, тяжело ведь вам, а что сделаешь? Для того, чтобы хоть немного почувствовать это на себе, попробуйте пройти тот же путь хотя бы с тяжелым рюкзаком за спиной от железнодорожного вокзала до улицы Герцена. Только учтите, что такой дороги, как сейчас, тогда и в помине не было. Никакого намека на асфальт и тротуары. Вспоминать тяжело сейчас все это. Не дай бог, чтобы повторилось что-то подобное. В Бугульме во время войны был госпиталь. И здесь был наш замечательный, лечился легендарный директор театра на Таганке Николай Валерьевич Дупак. Он был кавалерист, и он здесь, его здесь лечили. И он рассказывал нам про Бугульму. Под эвако госпиталь номер 2784 в городе было отведено 4 здания. На сегодняшний день сохранилось 3 из них.
Госпиталь располагался в бывшей железнодорожной школе номер 65, ныне 16, в интернате слабослышащих детей, в здании межшкольного учебного комбината на улице Герцена и в Виноградовской школе. На этом месте сейчас находится спорткомплекс «Юность». Шел второй месяц войны. Наши войска терпели поражение на фронте. Оборона была прорвана. Немецкие танки стремились к Москве. Советское командование приняло решение о мобилизации внутренних ресурсов страны для ведения длительной войны. Из 7 дивизий, сформированных в Татаре в годы Великой Отечественной войны, 6 комплектовали в Казани и 1 в Бугульме. Перед командованием дивизии стояла очень тяжелая задача в короткий срок сформировать дивизию, сделать так, чтобы она была полностью подготовлена к боям и в любой момент была готова отправиться на фронт. В Бугульминском районе, конечно, не шли кровопролитные бои, но взрывы гремели, правда, исключительно в тренировочных целях. Как рассказывала моя бабушка, в то время жительница Забугоровки, учения тогда проводились в их районе. Бойцы обходили дома жителей и просили заклеить газетами окна, чтобы они не разбились. Но от взрывов боеприпасов оконные стекла вылетали из проемов вместе с рамами. 18 октября в Бугульму приехал маршал Климент Ефремович Ворошилов. Он должен был оценить боевую подготовку дивизии. Маршал побывал во всех полках, затем провел разбор учений с командным составом, беседовал с бойцами и даже сам с лопатой в руках показывал, как нужно правильно рыть щели в окопах. На совещании в городском театре он дал много практических советов и предъявил жесткие требования. Бойцы должны быть хорошо обучены, в совершенстве владеть оружием, окапываться и маскироваться. В помощь солдатам на фронте даже выдавали красноармейский календарь. Это был своеобразный сборник полезных теоретических и практических советов для бойцов. Первым командиром 352-й стрелковой стал герой гражданской войны полковник Юрий Михайлович Прокофьев. Впоследствии генерал-майор. Почетный гражданин Бугульмы. После войны он приезжал в наш город на встречи с ветеранами дивизии и всегда пользовался большим уважением и авторитетом у своих солдат. Но до этих встреч было еще далеко. 7 ноября 1941 года, пройдя парадом по центральной площади города, с этого перрона на фронт отправилось около 12 тысяч бойцов 352-й стрелковой дивизии. Тысячи из них погибли уже в первом бою за Волоколамск. За подвиги в наступательных боях под Москвой свыше 250 бойцов и командиров 352-й стрелковой дивизии были награждены орденами и медалями. В конце июня 1944 года наши войска предприняли мощное наступление в Белоруссии. На Оршанском направлении 352-я дивизия получила приказ по прорыву обороны немцев. В течение 3 суток противник отбивал атаку за атакой, но удержать рубежи немцы так и не смогли. За подвиг под Оршей дивизии было присвоено звание «Оршанское». За участие в операции «Багратион» за большой вклад в уничтожение фашистских войск в Белоруссии, за освобождение Минска и Минской области, города-крепости Гродно, награждена орденом Красного Знамени. 12 января 1945 года 352-я стрелковая дивизия начинает наступление в Восточной Пруссии и Польше. Победа на этом направлении была достигнута в результате длительных, тяжелых и кровопролитных боев, в результате которых за уничтожение хорошо укрепленной и оснащенной обороны немцев, успешное форсирование Днепра, дивизия награждается орденом Суворова, после чего ей предстояло еще освобождение Чехословакии и ее столицы Праги. Боевой путь 352-й стрелковой дивизии начался осенью 1941 года в Бугульме, закончился в мае 1945-го в 70 километрах от Праги, в селе Яблонец. Ежедневно, спеша на работу, в школу, либо по делам, проходя мимо старых, но таких привычных глазу домов, мы не задумываемся, что каждая из них имеет свою историю. Эти стены повидали немало на своем веку. Многие из них в годы войны сослужили хорошую службу, в том числе бойцам прославленной дивизии. Здесь, в здании Бугульминского русского драматического театра, проходили совещания комсостава. На центральной площади в бывшей городской гостинице размещался штаб формировавшейся в Бугульме дивизии. А неподалеку, на улице Октябрьской, располагалась казарма стрелкового полка. Через дорогу находилась казарма строительного батальона.
Еще одна располагалась в здании нынешней татарской гимназии номер 14. Возле железной дороги на улице Клубной в бывшем городском доме культуры имени 14 павших размещались казармы и штаб артиллерийского полка все той же 352-й стрелковой дивизии. В здании детско-юношеской спортивной школы на улице Герцена в 1941 году располагался еще один стрелковый полк. В детском доме на улице Мусаджалили находилась отдельная рота связи. А городская центральная почта так и была почтой, откуда по домам бугульминцев расходились долгожданные письма с фронта. Для размещения всех бойцов формировавшейся дивизии в городе мест не хватало, а потому основная часть обосновалась в палаточном лагере. На этом месте сейчас находятся корпуса механического завода. Среди городских построек с вековой историей – и здание бугульминского комиссариата. Под военкомат его выделили еще в 1918 году, но оно и до революции использовалось в целях военного ведомства. Как и теперь, солдаты уходили на фронт из военкомата. Мой дед Михаил Семенович Ишков в 1939 году отправился отсюда сначала на Финскую войну, потом сразу на Великую Отечественную, а домой вернулся только после окончания Японской войны осенью 45-го. Из бугульминского райвоенкомата в те годы на фронт уходили не только жители нашего города, но и соседних районов. По архивным данным, с 1941 по 1945 воевать отправился каждый третий бугульминец. Всего 14 844 человека, 5670 из них остались на полях сражений. Извещения о погибших и без вести пропавших земляках до сих пор хранятся в военкомате. На основании архивных данных бугульминского военкомата и архива Министерства обороны создана книга памяти всех погибших бугульминцев, и не только бугульминцев, всего Татарстана. В каждом районе имеется своя книга. В данный момент создана вот книга «Они вернулись с победой». Все участники войны, которые вернулись живыми, они занесены в эту книгу. И на больничной койке, и на передовой бугульминских солдат и их командиров поддерживали письма родных и близких. Здравствуй, счастье мое, моя ясноглазая Любушка. Вот уже 10 дней, как я снова расстался с тобой, а мысли вновь и вновь возвращаются к счастливому времени, проведенному вместе. Спасибо тебе, моя родная, за любовь, за ласку, за счастливое время, проведенное с тобой. Здравствуй, милый папочка. Как вы провели Новый год? Мы провели Новый год хорошо. На школьной елке не было подарков. У нас дома была елка и было угощение. Мама напекла пряников со свеклой. У нас мама работает в лесхозе. У них 9 января была елка, и там давали подарки. 3 пряника и обед, каша и пареная свекла. Здравствуйте, дорогие мои дочки Леночка и Галочка. Большое вам спасибо за хорошие письма. Рад тому, что вы весело встретили Новый год, бывали на елке и ходили в кино. У нас тоже была маленькая елка, но без пряников. Я здоров. Целую вас, мамочку, бабушку. Ваш папа Володя. Привет из колодези. Здравствуй, Лёля. Шлю привет с фронта. Сообщаю, что письмо твое получил. Ты пишешь, что обо мне беспокоиться дома? Напрасно. Если уж воевать, то воевать так, чтоб оторвало голову, а не ногу, как у Михаила Филипповича. Ты пишешь, что замещаешь директора школы. Так что же тут плохого? А своих учителей припугни фронтом. Ведь здесь некому, да и нельзя жаловаться. Жалуются здесь только фрицы. То на русский мороз, то на русскую артиллерию, то на красных разведчиков. Шлю вам привет. Я ефрейтор Шевелев из деревни Потапово-Тумбарла Бавлинского района, недалеко от города Бугульмы. Ваш муж был мой любезный товарищ, жили вместе как один родной брат. Но придется сегодня вам сообщить, что ваш муж Садрудинов Кашап вчера, 4 ноября, после обеда в 3 часа, помер от немецко-фашистской снайперской пули. Но за кровь земляка мы еще сильнее будем бить врага. С приветом, Шевелев. Сказать, что и в тылу люди с нетерпением ожидали прихода работника почты, значит ничего не сказать. И все же при приближении почтальона к дому их не покидал страх. Что он достанет из сумки? Весточку с фронта или похоронку? Также с замиранием сердца слушали бугульминцы и сообщения Левитана по радио. Ничего, кроме радио, и ничего страшнее не было, потому что даже сообщение, что на таком-то фронте успех, прорыв, а живы они или не живы, это ведь не говорят,
и то, как прикидывали, ходили все, на каком фронте, откуда, куда, может, будет письмо, не будет письмо. И так каждый вечер, очень тяжелая была жизнь. Будущий народный артист Советского Союза Алексей Баталов, еще школьником, находился в Бугульме в эвакуации вместе со своей мамой, актрисой Ниной Альшевской, и младшими братьями. Алеша Баталов вместе с труппой давал концерты в Бугульминском госпитале, чтобы поднять боевой дух солдат. Именно в те годы он впервые вышел на сцену в нашем театре со словами «Кушать подано». А сосед у нас за забором тоже был, ну, точно такой же человек, но он был на фронте, и там семья, и тоже трое детей, и эту женщину мы знали, иногда она нам что-то давала, там молоко или там чего-нибудь, так вот как-то, но я их хорошо знал. Я иду, никого нету, и этот, ну, вроде тротуар, не тротуар, конечно, просто канал, тут вода, а тут забор, а тут, значит, такая, да, дорожка грязная. И я иду, и навстречу мне оттуда идет человек на двух костылях, без ног. Думаю, как уступить куда-то или как-то пропустить-то его. А он доходит до калитки соседнего дома. Я уже почти слез в эту лужу. И вдруг стучит в калитку. И тут я понимаю, что он какой-то знакомый или родственник. И открывается калитка, кричит женщина. Бросается ему на шею, и он ее обнимает. Костыли летят. Как вам сказать, вы знаете, вот такой радости я никогда не видел. Живой, живой, и никакие ноги тут ни при чем. Детишки выбежали. Я стоял и смотрел на самых счастливых людей, каких я в своей жизни видел. И вот эта компания, которая собралась и которая играла, никогда в жизни не могла предположить, что это способно продолжиться. И, может быть, потому что мы живем в такой странной, загадочной стране, которая очень тяжелой ценой всегда, но выходит вдруг и оказывается чудом. Поверьте, что это для меня чудо. Конечно, невероятно, что оказалось мое имя на фасаде этого замечательного театра. Но я прекрасно понимаю, что это праздник и победа моей мамы. Очень тяжело было. Вы знаете, в конце они уже поставили последнюю жертву Островского. Вот здесь стоял столик, здесь двери были, декорации тоже я делал, там задники с мясокомбината давали нам мешки из этих мешков. Вот, и она доиграла сцену, все такое, вроде уже ничего, вот где ей сообщают в первом акте, что там ее любимая не приедет, к столику подошла и так сползла, сползла. А еще нам она должна была кое-что сказать, но не сказала и как-то притихла. Отсюда я закрывал, конечно, машин никаких не было, все было руками, и вот этого кусочка не было, вот тут шла рампа. И я закрыл. Кто-то из был в зале, из врачей прибежали, у нее был голодный обморок. В Бугульме среди эвакуированных были люди самых разных профессий. Жены военных помогали в госпитале, артисты давали концерты. Работали все по мере силы возможностей. Отрабатываем, день кончается. В ночь мы идем обратно на работу. Хлеб-то поспел, тогда раньше ведь было. Время-то как-то шло, вот кто маленько помнит. Мы опять идем в ночь на работу, тут же в колхозе. Поспел хлеб, мы возили снопы по ночам, молотили, обмолотили хлеб. Тогда ведь и техники-то не было еще, ведь жизнь-то только начиналась. В эту войну не только и работает одно, а налоги-то все. Деньги никакие не получали. Шире сестры говорят, отдай, мясо отдай, молоко отдай, масло отдай, все, яйца, куры снесут, отдай. Ну вот, выжили, все равно выжили.
В годы Великой Отечественной военные летчики сбили 55 тысяч немецких самолетов, совершили 595 воздушных таранов и еще 506 огненных таранов. Более 100 раз производили посадку в тылу противника, чтобы спасти своих товарищей. Участвовал в разгроме Германии и бугульминский колхозник, на котором летал лучший экипаж 25-го гвардейского бомбардировочного авиаполка гвардии капитана Зеленского. Макет этого самолета сейчас стоит на площади около мемориала «Вечный огонь». Четырехмоторный тяжелый бомбардировщик. Мощность каждого двигателя по 1850 лошадиных сил. Размах крыльев 39 метров 13 сантиметров. Длина самолета 23 метра 20 сантиметров. Взлетный вес 35 тонн. Максимальная скорость 405 километров в час. Практическая высота 10 300 метров. Дальность полета 5800 километров. Свое первое боевое крещение бомбардировщик «Бугульминский колхозник» получил в районе Кёнигсберга. 1 676 713 рублей. Именно столько было собрано нашими земляками на постройку этого самолета. Чего стоило собрать такую сумму в голодное время 43-го, известно только нашим прадедушкам и прабабушкам. Еще 350 тысяч рублей собрали для танковой колонны «Комсомолец» Татарии. Более 1 миллиона для танковой колонны «Колхозник» Татарии. А учащимися 65-й железнодорожной школы было собрано 800 рублей на постройку самолета «Пионер». Сегодня этим пионерам далеко за 70. Да и те, кто был тогда намного моложе их, помнят о том времени совсем немного. Когда началась война, мне было 5 лет, я особо не помню. Запомнил только, как отца забирали на фронт. Отец у меня в 41-м году перевели с поселка Степного, 2-го отделения, схемсовхоза, в центральную, в Зеленую рощу. Работал кузнецом. Так как он числился Степном в военкомате, значит, дядя 18 августа прибежал, там 7 километров, прибежал запыханный, принес повестку, потому что 19 числа надо было уже явиться на отправку. Ну, у нас было трое детей, я, сестра и младший братишка. Младшему братишке было 6 месяцев, в феврале родился. Ну, когда, значит, поехали провожать, мать отцу говорит, ну что, маленького не будем, возьмем. Нет, говорит, возьмем всех троих детей. Я хочу, чтобы они все меня трое проводили. Ну, дали, выделили нам телегу с лошадью. Ну, мы поехали через гору, через Забугоровку. Я это хорошо запомнил. Когда мы ехали на телеге, сестра там что-то шутка, постарше была на 2 года, выпала с телеги. Мы где-то уже метров 100 на отъехали, смотрим, сестренки нет. Отец оборачивается и говорит, а где же дочка-то наша? Она там упала, там лежит на дороге. Ну, остановилась, естественно. Мы ее посадили и поехали. У нас родственница жила около 16 школ. Мы там остановились, рядом с вокзалом. Отец с нами был, все говорил, дети, учитесь, учитесь, только учитесь. После я уже вечер был, значит, почему отца сразу не забрали? С начала войны, потому что он был кузнецом, а кузнец в деревне это было, как говорится, фигура, уборочная шла. И вот его взяли через 2 месяца, 19 августа. Я только помню, спал уже, вечером было, отец меня целует, я хочу глаза открыть, открыть никак не могу. Вот так с тех пор осталась такая память об отце. О том, что ждало таких, как отец Мунира Шаяповича, никто из провожавших представить не мог. Мы считали себя пехотными. Пехотными солдатами, офицерами, командовали подразделениями. Дело в том, что стрелковые части находились в постоянном соприкосновении с противником денно и ночно, как говорится, день и ночь. Поэтому вот это вот моральное напряжение, физическое напряжение, постоянные обстрелы. Надо было быть, ну, можно сказать, железным характером, чтобы выдерживать вот эти вот, вот эту вот обстановку. Ведь иногда немцы бросали вдруг в атаку отбить какую-то точку тактического значения, иногда в
крупное наступление. Дело доходило до того, что приходилось принимать участие в рукопашных схватках. Многому приходилось учиться и о многом забыть и тем, кто остался в тылу. Вся работа легла на нас. Мы пахали на лошадях. Берешь в правую руку вожжи, в другую, в левую руку берешь этот плуг, держишь его, чтобы он не свихнулся с этой борозды, лошадь правишь. Встаешь с раннего утра до позднего, работаешь. Это уж не я одна, все мы. Но у нас никакой скандалов-то не было ни с кем. Нервы, как сейчас чуть вот таком скажу, да не порти мне нервы. А мы не знали, что это нервы. Забыл прошлое, потерял будущее. Чтобы этого не произошло, сегодня в бугульменских школах проходят встречи с ветеранами войны. Да и сами ребята нередко их навещают, и не только в преддверии Дня Победы. Эхо войны. До сих пор люди ищут своих родителей, братьев, детей, судьбой которых по-своему распорядилась война. Так Валентине Соколовой в знак глубочайшей признательности за то, что в годы оккупации Крымского полуострова фашистами, рискуя своей жизнью и жизнью маленькой дочери, спасла от смерти и выходила раненых советских бойцов-евреев, было посмертно присвоено почетное звание «Праведник мира». Только потом выяснилось, что она жива и в 2003 году даже отметила свой столетний юбилей. 1418 бесконечно длинных дней и ночей продолжалась Великая Отечественная. Известие о победе в этой тяжелой войне стало таким же оглушительным, как и новость о ее начале. Мы находимся на центральной площади Бугульмы. Здесь всегда проводились и проводятся все самые значимые мероприятия города. И в мае 45-го именно сюда пришли тысячи людей на праздничный митинг, чтобы услышать долгожданную весть о победе. Когда война кончилась, выбегали все, целовались, кто с кем попало, обнимали, целовались, плакали. Это что-то невозможное такое было. Прямо вот все выходили и все как родные были. Радость была, невыносимая радость, что война кончилась. Глава работала, чтобы уже войны-то нет, вот в чем. И вспоминаем, кто погиб, кого нет, кого не стало, кто остался живой. Поздравляли, так салюты делали, с автомата очередь в две минуты. Что было, это радость такая. Пришли к нам на смену, тогда были, это уже конец, были пленные немцы. И вот там-то объявили, там уже, что кончилась война. У нас у всех такая радость, мы все забыли, все. А немцы-то повесили уши. Когда война закончилась, реакция была известная, конечно. Были просто пляски, песни, радость и сокрушительный огонь по воздуху из всех видов оружия. Многие из них спустя несколько десятилетий смогли побывать в местах боевой славы и совершить тур по Европе. Благодаря руководству Бугульминской администрации и личной инициативе главы города Наиля Магдеева, ветераны вновь прошлись по улицам Польши, Франции, Германии, вспоминая, как это было в далеком 45-м. Самую громкую славу нашему городу принесли бугульминцы – герои Советского Союза. Газинур Гафиатулович Гафиатулин, Николай Петрович Сентюков, Иван Моисеевич Никитин, Петр Захарович Монаков, Герасим Павлович Кудряшов, Вячеслав Александрович Медноногов, Владимир Семенович Графов, Мисхат Халиулович Халиулин, Александр Павлович Рудаков. Звучит страшно, но через 10 лет, скорее всего, уже не будет героев нашего фильма, которые рассказывали нам о войне с экрана. Но мы должны помнить, что они сохранили для нас этот мир. Здесь, в центре города, днем и ночью, в зной и холод, горит вечный огонь мемориала павшим. Стальной штык обелиска 352-й Оршанской краснознаменной ордена Суворова стрелковой дивизии, как всегда, устремлен вверх. На аллее героев немноголюдно. Все замерло в ожидании прихода весны и самого главного праздника года.
день победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Это радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.